Чем проще, тем лучше. Относится это и к салатам. Всего несколько ингредиентов, а вкусно-то как. Привет, друзья! Вы на канале Волшебная Еда, и сегодня готовлю салат с говядиной и маринованными огурцами. Кусок говядины весом в 600 граммов выкладываю в кастрюлю, заливаю водой и отправляю на плиту. Снимаю пенку. Когда закипит, добавляю одну луковицу, черный и душистый перец, лавровый лист. Накрываю крышкой и варю до готовности. Оставляю мясо в бульоне до полного остывания. Холодное мясо весом в 350 граммов нарезаю брусочками. Отправляю в глубокую чашу. Двести граммов маринованных огурцов нарезаю тонко и добавляю к мясу. Несколько веточек укропа придадут свежесть салату. Сто граммов маринованного лука. Как его замариновать, ссылка будет под видео. Для заправки использую 3 столовые ложки майонеза, смешанный с 1 чайной ложкой горчицы. Кстати, майонез у меня тоже свой. Как приготовить, ссылка будет также под видео. Попробуйте, очень вкусно. Если понравился рецепт, ставь лайк и подписывайся на канал Волшебная Еда. Впереди много интересного. Состав ингредиентов и их количество под видео.